Всем здравствуйте! Пришло время проверить, выиграли мы грин-карту либо нет. Проходим на сайт. Один-единственный верный сайт, других нет для проверки. Вводим наш confirmation number. Этот confirmation number мы получили, когда заполняли заявку. Надо было сохранить страничку. Если вы этого не сделали, это печально. Далее в поле номер 2 сохраняем. Вводим нашу фамилию, такую, как мы вводили при заполнении грин-карты. Без запятых, просто фамилию. В поле номер 3 наш год рождения. В поле номер 4 вводим секретный пароль, который нам указан. Это для проверки, робот вы либо нет. Так, JCK, нажимаем кнопку Submit. Ну чё, удачи. Ура, кто-то выиграл карту. Ну, у нас оказался вот такой результат. Ну что, теперь вы знаете, как это сделать. Всем удачи.